Багато цінителів джазової музики добре пам'ятають його недавній концерт в серпні і презентацію альбому «Траєкторія настрою» в грудні. Його віртуозне виконання джазових творів не залишило байдужою криворізьку публіку. Він викладає фортепіано на джазовому факультеті Дніпровської консерваторії. Він співпрацює з освітньо відомими та українськими виконавцями і групами. А у 2018 році він виходив на сцену з такими виконавцями, як Грегорі Бойд, Марк Бенштейн, Ігрід Артур та Зої Гілбі. Він живе в Києві, викладає в Дніпрі, але сам він з Кривого Рогу. На дивані сьогодні піаніст, аранжувальник та саунд-продюсер групи «Алібі» Олексій Боголюбов. Вітаю вас, Олексію! Ну, нарешті ми з вами побачились. Як ваші справи? Чи надовго ви в місті Кривий Ріг? Я приїхав на один день. Лише на один день? На один день. Ой, як тут співпало, що сьогодні у нас є можливість поспілкуватися з Олексієм. Багато будемо спілкуватися, але спершу невеличке прев'ю. Тож увага на екран. Олексій Боголюбов – джазовий піаніст і композитор, один з провідників справжньої музики. Створив величезну кількість джазових і навколо джазових проєктів. Виступає від соло до біг-бендів. Відомий спільними проектами як з відомими українськими музикантами і співаками, так і зарубіжними, серед яких Тіна Кароль, Злата Огневич, група «Алібі» і багато інших. З 2014 року почав активну педагогічну діяльність з питань джазової гармонії та імпровізації. Олексій Боголюбов не грає на інструменті, він творить. Через дотик до клавіш його душа переходить в потік енергії, яка вбирається залом і дарує стан ніжності і теплоти. Олексію, ну дуже у вас насичене життя, про нього багато будемо спілкуватися. Розпочнемо з того, з чого все розпочиналося. Чи в вашій родині були музиканти? Ні, у мене в сім'ї ніколи не було музикантів. Це завжди, я виріс в сім'ї танцорів. Танцюристи, да, так? Да, танцівники? Да, бальні танці. Всі, ага. Всі, крім мене, в сім'ї займалися бальними танцями. Меня тоже попытались, так сказать, сдать. Uh-huh. Вот. Но через год все было, стало понятно, uh-huh. что лучше я займусь чем-нибудь другим. А занималась я сама на каком уровне? На міському, чи обласному, чи всеукраїнському, наприклад? Є такий колектив «Юність». Він до сих пор є. Валерій Коваленко і Юлія Коваленко ведуть. От, собственно, в цьому колективі. Привіт. Вот, собственно, в этом коллективе протанцевали мои родители, они там познакомились, вот, и, собственно, и мой брат танцевал в этом коллективе, то есть все минимум, как бы, были все в этом коллективе 10 лет. Да. А вы решили играть? Да. Чему самое фортепиано? Я скажу так, для музыкантов считается, что меня поздно отдали в музыкальную школу, то есть я пошел только в пятом классе. В пятом классе, да. У 94-м родился, так? В 95-м. В 95-м. Я был до сих пор. По-моему, так, да. Я читал вашу биографию. Вот, да, я пошел в музыкальную школу, но до этого я просто все время пел. Я на самом деле много пел. Я все, что я слушал, я пел постоянно, везде, там, даже родители какие-то постоянные истории любят рассказывать про то, как я там развлекал продавщиц с молоком, там, и все такое, ну, пением. И тут было очень сильно понятно, что меня нужно куда-то сдавать в музыку. Вот, так как тогда еще не было в музыкальных школах вокальных отделов, они позже появились, то есть вы решили, что это будет какой-то инструмент. Отдали меня сначала, это было в третьем классе, на баян. Я против ничего баяна не имею, но мама увидела меня с баяном, передумала. Вот. Ага. Потом попытались меня отдать на гитару, но у меня в третьем классе, сейчас уже не скажешь, но в третьем классе у меня была маленькая рука, очень, и я не мог обхватить гитару. Ну, зараз нормально, гитары. Я да. Не знаю, что уже бачите, что не, ну, получается, рука уже. Вот, да, и то есть с пятого класса решили, они верили, не хотели, то есть все говорили, что не нужно сдавать на фортепиано, потому что там большой конкурс, там все такое. Но, собственно, я когда пришел, у меня все в порядке было со слухом, совсем было точно понятно, что куда я не приду на любой инструмент, меня нужно брать. Ну, а взагалі, ось, окрім музичного, так, того, що ви займалися, ви вчилися в школі так. Гарно чи не дуже? Ну, я бы сказал, что я всегда учился в школе средней. То есть это было, ну, в среднем 4. Я просто знаю такую историю, знаете, да. Такая история про то, что если будешь хорошо учиться, то мы купим тебе компьютер. Если плохо, то фортепиано. Была... Да. Нет, у меня была такая история с клавишей. Я всегда очень хотел, чтобы у меня так вот появился у меня мой первый инструмент. Я всегда мечтал об электронном инструменте, о клавише в свое время. И папа сказал, закончишь музыкальную школу.
подарим клавишу. Я закончил музыкальную школу с отличием полностью. Угу. И папа так говорит, и решил мне следующий стимул. Ну, подожди. Сначала поступишь в музыкальное училище, а потом. Поступил и опять прошел просто, ну, без вопросов. Ага. И поэтому, как бы, и тут у меня уже на следующий день уже стояла клавиша, они уже не могли никак спрыгнуть. Вы, я так розумію, що розпочинали з джазу. Так, як ви до цього прийшли? Це ж така музика вже не дитяча. Да, я скажу, що я... То есть я очень быстро шел, так как я пошел в 5 класс, а программа рассчитана на 7 лет фортепианная. Была. Я не знаю, как сейчас уже все устроено. Но так, и мне придумали так, что первый класс я прошел за один год, потом второй и третий совмещал за один год, четвертый и пятый за один год, и шестой и седьмой уже отдельно как бы полностью. Вот с вот этого моего второго-третьего класса увидели, решили для эксперимента дать мне джазовую композицию. Я даже как сейчас ее помню. Это, ну, как джазовую. Сейчас, зная, что такое джаз, я бы сказал, что это около джазовая композиция. Но это было с фильма «Мы из джаза», «Старый рояль» Минкова. Потребно послухать будет. Мне его дали, и что-то со мной произошло. Я когда играл тогда классику... когда играл классику, я был такой ровный, как нас учат всех сидеть. Только я начал играть джаз, я сразу как-то скукожился, как-то начал это чувствовать этот ритм, что все решили, что меня нужно как бы вести в сторону джаза. Но, кстати, если вернуться к разговору про школу, то тут у меня тоже была вторая такая сторона. И почему, кстати, джаз случился тоже, я думаю, из-за этого. Я учился в математическом классе. У меня это очень хорошо получалось. А я как повязано взагалі? Я даже выигрывал олимпиады джазовые. В смысле, математические. Но я сейчас объясню. Просто джаз — это не музыка, которую ты играешь 100% по нотам. Это музыка, в которой 80% занимает импровизация. А что такое импровизация? Это сочинение музыки в реальном времени на мелодию, которую, собственно, сочинил автор, композитор и так далее. Я зрозумів. А давай так. Поэтому очень быстро нужно думать и складывать. То есть очень напрямую все связано математика с... Я про це хотів і запитати. З приводу твоєї власної музики. Власна музика. Я так розумію, що траєкторія саме настрою – це вже третій студійний альбом. Второй, я би сказав. А чому? В тебе було написано в дискографії. Мені здавалося, що у мене є просто офіційно і неофіційно випущений альбом. Ось. Офіційно випущений – це мій перший «My Cool and Crazy World». Він був у 2009 році. І от, так, «My Cool and Crazy World». Потім і зараз я випустив буквально 3 місяці назад, я випустив альбом «Траєкторія настроєння». У мене були записи студійні і інші, але і «Антарктика джаз», і... Он был такой проект Fusion Trio Паника. Так, я хочу про него. Но мы его официально просто не сдавали. Поэтому, если говорить официально, то два. Если нет, то больше, конечно, записей. Про це все поспілкуємося. Да. Але зараз у нас є така традиційна рубрика «Інтерактив від ведучого». Я не знаю, чи дивився ти в Києві, чи в Дніпрі телеканал Рудана, але в Кривому Розі ми постійно, що вівторка та щочетвергу, на дивані проводимо інтерактиви. І саме зараз я для тебе також підготував інтерактив. Ладно. Він буде, не повіриш, на музичну тематику, але музика буде родом з дитинства. З дитинства. Ну, тому що ми там десь в 90-х з тобою виросли, росли. Про що ми будемо зараз говорити? Знаєш, десь приблизно в 94-95 році були дуже популярні різноманітні приставки до телевізору. І зараз я підібрав для тебе 6 дуже відомих композицій, але вони звучать як з тієї 8-бітної приставки. Тобі необхідно буде вгадати, що саме за музика. Все дуже просто. Ми слухаємо саме 8-бітну версію. Якщо вгадуєш, тоді вмикаємо оригінал. Ну так, щоб все це було ось так. Якщо знаєш, одразу називай. Поїхали. Номер 1. Увага! Да, это Smoke on the Water. А кто спевает? Deep Purple. Deep Purple, а ну давай оригинал. Тут. Різниці взагалі нема, знаєш, 8 біт, чи то взагалі full sound. А поїхали далі, наступний. Слухай. А ну.
А, ну кто? Да, это из фильма «Охотники за привидениями». Так, Ghostbusters, класс, він гадав, оно оригинал. Ну, взагалі, если было с этого места, я бы сразу понял. А мы же с початку все. Давай далее, наступный, третий. Ну? Ну давай, Олексій, ти знаєш. Ну все, давай то оригінал. MC Hammer, тут ти танці, знаєш. Ну поїхали далі, два з трьох, наступний. А ну давай. Просто я ту музику слышал. Ну, но, может, я не... Да знаешь, ты знаешь. Я ее слышал много, но я не знаю, что это. Блин. Ну давай это оригинал. Да. Оригинал. Не, ну. Ну я слышал. С какого это фильма, знаешь? Это Mortal Kombat. Ну, я ж тебе кажу, да. Это я, поки все хлопчики дивилися по телеку ось такі фільми, Олексій грав на фортепіано. Точно. Давай далі. Ще вот. Є. Два. Ну, знаєш, початок такий, дуже відомий. Зараз буде, зараз буде. Як все починалось. А ну, і? Take on me. Це група Аха. Давай, 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 оригінал. Да. Там взагалі немає різниці, і да. Все, останній, ну це знаєш. Так, так, давай, 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 давай. Нещодавно вони були в Києві. А ну? Олексію, ну це ж не класичні твори, це ж популярна музика. Ну давайте оригінал, ну? Ну, важко, ось бачите, який тут, а ви тут, не, я ви що хотіли? Да, не, класно. Не, ну цікавий, гарний музик. Не, просто так, да, дійсно, у мене вийшло так в житті, що я музику дійсно знаю дуже виборочно. Перше, починається все з того, що как бы, дійсно джаз я знаю как бы, глибоко. Как бы все остальное как бы не очень много слушал, ну как бы не очень много. Потом, но когда уже начал заниматься дальше там поп-музыкой, то уже начал слушать более современное. О, с приводу поп-музыки. Ну я так розумію, що можна розділити життя Олексія Боголюбова на епоху джазу та на епоху поп-музыки. Я бы не сказал, что епоха, потому ну, что оно просто... Просто в какой-то момент появилось еще одно направление, которое я занимаюсь. Вектор такий, да, так? Да. А коли саме поп-музика зацікавила? Ну, так как я рассказывал, так как я всегда, то есть с чего все начиналось, что я пел вначале, да? А потом стал музыкантом. И у меня почему-то, у меня действительно осталось, это очень не похоже на джазовых музыкантов, но я это называю сочувствие как бы вокалистам. Вот я им как-то сочувствую, что бы это ни значило, да. Вот, и как бы у меня почему-то получается действительно вот чувствовать, и еще это связано с моим характером, что я очень эмпатичен, я очень чувствую людей, что они чувствуют и все такое. И вот мне с ними и вокалистам со мной легко работать, потому что, ну, как бы, у них ощущение, когда я с ними играю, что, ну, я прямо знаю все, что они сейчас поют, как споют, и я могу иногда подтолкнуть к какому-то движению, иногда наоборот. Вот, то есть это, в принципе, было всегда. Я был концертмейстером, когда я учился в Киеве уже, я был концертмейстером в классе очень известного, очень хорошего педагога, она учила Тину Карль, Злату Огневич, Василия Бондарчука и многих и более старого поколения тоже людей. Вот, то есть я как раз просто был вот тех людей, которых назвал, я как раз был в это время их концертмейстером. То есть это ее зовут Татьяна Николаевна Русова, я был концертмейстером там и всегда у меня с вокалистами были хорошие отношения. Потом в свое время Тина, когда уже стала звездой, пригласила меня с ней играть, потому что она меня знала, потому что она на мне училась, все такое.
И как-то дальше, и дальше, как бы, все закончилось действительно тем, что я всегда занимался джазом глубоко, и ту штуку делал, ну, как бы, я аккомпанировал звездам. А потом просто в какой-то момент, 2 года назад, вот это случилось, что ко мне вдруг пришел один очень влиятельный человек и сказал, что я написал песню про Украину, и я хотел бы, чтобы ты стал ее музыкальным продюсером. Когда а давай зупинимось на одну хвилинку, так? Та цю пісню саме зараз ми послухаємо в нашому ефірі. Прошу. Багато зірок, да. Хто там був? Пономарьов, Харчишин, да, Харчишин був у нас на дивані. Альоша, Тарабарова. Тарабарова, Аня Завальська, собственно, Анна із групи «Алюби». То есть, собственно, Анна Завальська і була, то есть, когда мне предложили это делать, я пришел первый, к кому я пришел, это ее муж, мой бывший однокурсник Дима Сарацкий, и Аня Завальская. И я говорю, давайте делать эту песню. Мне пришло такое предложение, как бы, давайте делать. И Аня занялась тем, что она общалась со звездами, она общалась со СМИ, все вот, вот такое, все, что связано с этим, она этим занималась. Дима занимался саунд-продюсированием, а моя роль называлась, то есть я был исполнительный и музыкальный продюсер, аранжировщик и пианист в этой песне. Вот, и это был для меня, конечно, такой опыт вообще, ну, как бы удивительный. То есть мы занимались одной песней 2,5 месяца, вот, чтобы все это собрать. Ну, так было, это богато чи ні, взагалі? Ну, это вообще, ну, мне кажется, это много. Ну, мне так, ну, а для такой песни, я не знаю, как, но у нас такое чувство. 25, мы хотели на 25-летие независимости Украины сделать 25 артистов. И как бы вот это все у нас случилось. Просто все это выяснялось. Я первый раз, то есть я, получается, был вторым человеком после человека, который написал эту песню. И конечно, на меня сразу начало возникать столько вопросов, которыми я никогда не занимался. Там прямо какие-то концепции, как мы будем его снимать, что делать, кто будет снимать. А, навіть ти, окрім саунд, так? Да, да, вот это вот то, что называется исполнительный продюсер. Продюсування. Ти ще займався саме пошуком і тих, хто буде знімати, де знімати. Ну, а потім, так розумію, що все це, воно переросло в співробітництво з «Алюби». Да, это случилось так, все правильно. Мы с Аней сделали еще проект, назывался «From Hollywood with Love». Это был больше такой джазово, уже «Алюби» тогда не пели. Ось, да. Вони не співали, да, а зараз вони время знову они решили вернуться. «Алюби» «Релодед», так? Да, это так называется тот концерт, который мы только сыграли. А ось, нещодавно, коли? В вересні? Да, это был концерт, как день рождения, подарок папе. То есть неожиданно папа приходит в клуб, его приводят просто типа как на какой-то концерт. И все как бы играют роль, будто что-то сейчас другое будет происходить. А тут оп. И тут выходят на сцену «Алюби» и исполняют концерт. Они уже не пели большое количество лет, а папа был их продюсером. И тут вот такой шок для папы, что вот это все произошло. Они это сделали как подарок папе, и это все перерастает в то, что они... Как бы, и это отклик большой был. Они предложили мне все старые их песни сделать немножко другое звучание, более современное. Ага, сучасно, так? Да. Не джазовым, а самое сучасное. Да, так? Да, это современная поп-музыка, скажем так. Вот то, как сейчас уже звучит. Вот. Коли мы все это почуем? Ну так, приблизно. Ну, вот то, что сейчас планирует происходить, это, насколько я знаю, это выпустится фильм про них. И в этом фильме будут выступления, вот этот концерт будет показываться.
Когда... Вы там будете в цьому фільмі? Ну, конечно, я буду на сцені, как музикант, і я управляв всім процесом по музикантам, по всім. То есть это прямо. Під час цього концерту ви грали чи ні? Іграв. Тому що я бачу якісь фотографії, але там, на жаль, я ж готувався, розумієте, сьогодні такий в мене гість, дуже цікавий. Так, я іграв, і там, да, буде все. Ну, я буду ще дивитися, тому що там багато дуже інформації, багато цікавостей для мене. Олексій. Багато сьогодні розмовляємо. А чи можна вас попросити ось так в рамках дивану щось зіграти? В нас є клавіша. В нас це клавіша. Клавіша. Ось, я тут можу залишатися, чи лучше перейти кудись туди? Як вам? Так, де мені краще, тут чи туди? Куди мені перейти? Скажіть мені, будь ласка, хто-небудь. Давайте я ось туди. Ну, щоб оп. Олексію, ну що ви сьогодні, наприклад, зіграєте для нас? Есть такая возможность? Эй, классочка. Да. Я очень люблю в джазовой музыке экспериментировать. То есть каждая композиция моего альбома «Траектория настроения» — это разное влияние разной музыки. Вот. Одно из моих любимых течений — это... Есть такая студия звукозаписи ACM в Германии. Она просто благодаря ей появилось новое течение джазовое, которое объединило классику, джаз с классической музыкой. Вот. То есть я сейчас сыграю свою композицию, которая... В принципе, открывает мой альбом, он называется «Оттенки грусти». «Оттенки грусти». Да. Вот грусти в джазе, да? Ну, она будет такая... Нет. А, все. Грусть же бываешь разная. Ну, давайте, побачим, как она. Клас! Ну чудово! У мене питання, чи вас запрошували колись на криворізькі телеканали, чи ні? Да, мені кажеться, я був здесь, може бути, один раз или два. Да. Я хочу вас запрошувати дуже-дуже часто, тому що ну, це було дійсно музикально, було дійсно атмосферно, і так, і джазово, і тепло, і так, ой, дуже-дуже-дуже круто. То, шановні наші глядачі, слухачі, цінувачі, поціновувачі, ось так саме. Гарна музика сьогодні на дивані поруч зі мною Олексій Боголюбов. Олексій, дуже вам вдячний, ну це був неперевершений ефір. Давайте
Приїдьте з нами, будемо дивитися щовівторка та щочетверга «Диван на Рудані». І туди!